Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Мы продолжаем проходить Бэтмен Arkham City. И надо вспоминать, что нам делать, потому что я не играл в нее несколько дней. Ну, что-то надо делать, да. Так, что у нас в заданиях написано? Спасти мистера Фриза от пингвина в музее. Мы, видимо, направляемся вот сюда. Посмотрим. Не факт, конечно. Я, честно говоря, вообще не помню, что тут да как. Опять забыл управление, так что меня опять будут пинать, и народ опять будет писать гадости в комментах. Ну да ладно, я уже привык. Главное получать удовольствие от процесса, правильно? They're using thermal imaging headsets. Anyone wearing them will be able to spot me hiding up in the darkness. Понятно, довольно-таки опасно. Freeze's suit is in the case. I'm looking at it now. You better, son. Batman's on the way, and the last time I saw him, he didn't look very happy. He's not getting past me and the boys, sir. The suit is safe. Tell the boys there's an extra $100,000 in it for whoever brings him in alive. Very generous, sir. Consider it done. Вообще... Они все вооружены, у них у всех тепловизоры, это может быть довольно опасно. Ну ладно. Я думаю, так будет хорошо. Как же нам всех вас незаметно убить? Это же жесть какая-то. Hey, wake up, man. Come on, wake up. Так, теперь, я думаю, надо разобраться с кем-нибудь. Вон там внизу у нас один ходит. We're dead. We're gonna die in here, and there's nothing we can do about it. Shut the hell up. We need to keep looking, or we're all dead. What's wrong? Так, ну прыгнуть туда это будет натурально. Суицидальные наклонности сразу мои покажут. Поэтому мы постараемся это не делать. Так, один идет сюда. Блин, второй тоже идет сюда. Блин, много народа. Так, тихо, братин, сейчас все будет. Сейчас этот пойдет вниз, а мы пока потихоньку, помаленьку. Блин, теперь пошел. Как все неудачно, да? Хорошо, еще минус один. Who's screaming? Someone get over there! Так, их осталось двое наверху, один внизу. What happened to you? How come you're up there? Help me! Cut me down! Тихо, тихо, давай быстрее, братень, давай, давай. How are we gonna get out of here, man? Все отлично. Got more important things to be looking out for. We're not scared of you. You keep doing this crap and we'll find you. Так, это у нас не особо хорошее укрытие, но, по крайней мере... Они даже не заметили, что я его вырубил, похоже. Ну, хорошо. Так, тихо. Наконец-то они обнаружили потерю. Взвод заметил потерю бойца. Тихо-тихо, не убегай. Ну, в принципе, не так сложно оказалось. Хотя, конечно, еще ничего не закончилось. Между тем, хочется заметить, красивый, да, музей? Как-то, блин... Не до того было, а сейчас уже можно оглядеться. Локация, надо сказать, мое почтение. Очень красивая. Добрый день.
Так, ну и все, один остался. С ним, я думаю, мы уж разберемся как-нибудь. Так, ты точно один? Ой, он меня видит? Или он не меня видит, он просто от страха в стену стреляет? Сложно сказать. Oh, you think you can hide up there? Think again! I know you work for Riddler. How? I mean, yes! Please, don't hurt me. I'll tell you everything. There was never any doubt in my mind. Так, это у нас... What's happening today? Человек-загадочник. Have you not stopped Batman yet? What about Freeza's suit? Так, ну что, ребятушки, с вами все в порядке. Накачанные парни, как вы могли. I saw you clear the room. It's awesome work, man. The name's Tom. Tom Miller. You're part of Gordon's strike team. I've seen your file. You have? I mean, yes, sir. Cobblepot's turned this place into a fortress. Someone ratted us out. Me and the boys got grabbed, brought here, and... beating the crap out of. You're safe now. There are just two more of you unaccounted for. Have you tried the Iceberg Lounge? Cobblepot like to take us in there to beat us up some more. If we're lucky, that's where they are. Так, okay, ну вроде все хорошо. In case you didn't notice, Batman just saved our asses. From this point on, we own this room. No one in or out. Well, what about the little bastard that did this to us? Это такой мохнатый птеродактиль. You'll get it. We grab guns, hold up here till Batman finds the rest of the squad. Ладно, вы тут договариваетесь, я пойду посмотрю, меня интересует это вот что за штука тут такая. No sign of Freeze, just his suit. He can't survive without it. I need to find him before it's too late. I see one of those sons of bitches. You are looking at the world's most advanced. We do this by the book, guys. Gordon would want. Понятно, костюм у Фриза отобрали. Про Фриза я знаю только то, что его играл Шварценеггер в фильме «Бэтмен навсегда». Не особо много знаю об этой вселенной, честно говоря. Понятно, нам, видимо, надо назад идти, потому что тут я больше-то путей никуда не вижу. В принципе, это было далеко не так сложно, как могло бы. Давайте осмотримся, что у нас внизу есть. Тут внизу куча приколюх вот таких, допустим, стена. Можно было с помощью этого, наверное, ловушки устраивать. Ну, я предпочел как-то по-старомодному. Ух ты, тут сколько, смотрите, да? Пространство для маневра. Так, тут у нас очередной вопросительный знак. Мне, честно говоря, плевать. Ничего интересного. Это что за насекомые? Насекомые того периода. А это какой-то замученный парень, похоже. Так, ладно, возвращаемся. А с этой стороны что? А с этой стороны ничего. В принципе, все. Идем назад. А это что? Велоцираптора. Так, ладно. Ладно. Вижу что-то непонятное. А, видимо, очередная, да? Тоже сказать, что они от меня хотят. Все что? Ну ладно. Ой, закрылось уже. В принципе, это было просто. Так, теперь мы, я думаю, двинем вон туда. Правильно понимаю? А нет, туда нам пока не надо, нам нужно... вот сюда вот налево.
Погнали. Hello, Batman. Can you hear me? Of course you can. Thought you'd like a little entertainment to go along with the ice game. Tell him your name, son. Так, сейчас мне нужно двинуться. Yeah? Screw you. Oh, this piggy's still got some life in him. Good. Let's hear him squeal. What you're hearing is the sound of an undercover cop having his fingers frozen to sub-zero temperatures. Жесть. Так, я туда иду? Now, I wonder what would happen if I take this hammer and... Well, what do you know? His whole bloody hand explodes! Да, пингвин что-то вообще какой-то берега потерявший. Что это у нас такое тут? Мячик какой-то. А здесь, похоже, Фрис обитался, да? Хотя могу и ошибаться. Ладно. Hello, Batman. I know it's you. What is it? Finally grown a pair and come to find me. Well, good luck. Че, у нас очередной босс бэтл? Nice deal, Batman. Penguin's position is too strong. I need to find a way to disable his gun. Maybe its maker will have the answer. You won't solve this thing. Come get. Так, и что мне тут делать? Мне пока что на выход идти, похоже. Связан с ним. Но на выход я пока что не могу выйти, насколько я понимаю. Блин. The ice blasts are too strong. I should go find Freeze. See if he knows how to defeat his own weapon. Ай-яй-яй. Да ладно. Короче, понятно, тут пока ловить нечего. Нужно найти Фриза сначала. А Фриз у нас... Где же у нас Фриз? Так. Ну, видимо, сюда надо сходить. Тут мы потому что всех уже спасли, вроде как. Тихо, спешить не надо. Блин, опасно. Хорошо, тут у нас. What are you waiting for? You scared, little bat? Это замануха, я так понимаю, да? Come on! Yeah, you chicken or what? Hey, what's he doing? He's got some kind of computer thing. Рептилия. How'd he do that? You said he couldn't get through! Shut up and hit him! This'll be over soon, bat! Я не знаю, что бы случилось, если бы... Если бы я прошел через это поле, честно говоря, неохота узнавать. Ох. Блин, ноги ломает только так. Бэтмен какой-то злой. Что за хрень? Питомцы Джокера умерли от смеха или от переедания. Интересно. Питомцев Джокера здесь пока не особо видно.
гиены, что ли? Да, точняк. Да, блин. Кого я вижу? Так, это все хорошо, как мне теперь тебя... Как мне тебя освободить? Не уверен, что это приведет нас именно к разгадке. Ох ты, ни хрена себе! Очередной однорукий бандит. Только на этот раз с тесаком. I shall slice you into pieces, American. Так, к нему лучше не попадаться на удар, я так понимаю. Блин, ты смотри, как далеко бьет. Ай, блин, не ту кнопку нажал. Так, тихо, братан, не кидай в меня эту штуку. Не надо. Так, ну вы успокоились, нет мелочи. Да блин, как я в тебя попал? Смотри, какой живучий. Так, теперь тобой займемся. How can you beat me? Давай. Kill you. Абрамович его зовут. Почему во множественном числе сложно, конечно, сказать, но... Ладно, хоть не Рабиновичи. Прикольно. Блин, это было неожиданно. Только я понимаю, стену взрывал. Так, ну теперь я верю, что в итоге я иду куда надо. Тут надо отключить газ, чтобы взять этот вопросик, но я, пожалуй, не буду заморачиваться по этому поводу. Так, Гавайи. Микро. Волна. Joker's cure. Where is it? Forget the clown. I want Cobblepot. He has my suit, my weapons. I'll end him for what he's done to me. Penguin's mine. You need to stay focused on that cure, or innocent people will die. You don't understand. I cannot complete my work without it. I must have it. Everything depends on it. Everything. Penguin is protecting himself with your ice gun. How do I get past it? Do I look like a fool? Why would I tell you that? Because if I can't get past it, I won't help you get your suit. Think about it, Victor. You don't look well. If you're gone, what will happen to Nora? Leave my wife out of this, Batman! Don't let this situation fool you. We are not friends. No! Так то да. Today is not a good day to push me, Victor. Stop! There's a security override chip I built into the suit to stop anyone using my weapons against me. How did that work out for you?
Why don't you go get the security override and figure out a way to stop him yourself? It's been a pleasure, Victor. Keep thinking about that cure. I'll get you your suit back. Наркоман. Так, нам что, походу костюмы надо пилить обратно. Так, где-то здесь, в этой локации, у нас находится контейнер Титан. Надо его найти. А вот он. Так, хорошо. Вот так вот. Еще одна приколюха. Скелет. Он что? Так, ну ладно, идем обратно. Ой, не сюда обратно. Тут уже никого нет. Так, нам сейчас, насколько я помню, надо прямиком, по-моему. It looks like the ice is beginning to thaw. Оп. Не очень хорошо. Так, да, мне сейчас прямиком нужно проплыть, посмотреть на его костюм. Потом уже идти к пингвину. Погнали. Ну, прикольно придумали. Теперь туда. А лучше сразу сюда. Вот так. Так, ну чё, братинчики, как ваши дела? Хорошо все? Ну ладно. Тут, по идее, никого быть уже не должно, потому что я только что их порубал. Ну-ка, подожди, это что это такое? А, ну это просто акула, мне показалось, что у меня какой-то еще бластер на спине. С них станется. В этой игре все может быть. Так, да, тут свободно. Пацаны прикрывают подходы. Так, а что мне с тобой делать? That's the famous free suit. Unfortunately. Oh, what are you doing? When I leave here, wait 10 minutes. Then get this over to Freeze. He won't be dangerous. No problem, Batman. Может временно нейтрализовать ледяную пушку, использовать необходимо рядом с целью. Круто. Только я не пойму, зачем оставлять живых Фриза, если он такой негодяй. Хотя Бэтмен никого не убивает. Вообще никого. За эту игру, по-моему, никого не дадут убить. Потому что он либо вешает вверх ногами, либо оглушает. Первую часть там еще как-то можно было скинуть, допустим, с балкона кого-нибудь, он погибал. А здесь же, натурально, Бэтмен не убивает людей. Такой вот он, пацифист. Хорошо, это что за фризы были? Вообще игра, надо сказать, в DirectX 9 режиме очень хорошо работает, а вот в DirectX 11 просто ужасно оптимизировано из-за всех этих физиксов, прочих наворотов.
Несмотря на то, что, скажем, метро 2033, которое намного более технологичное. Бляха, муха! Иди отсюда! Пошла вон рыба! Офигеть! Так, давайте-ка быстрее. Блин, нет, давай. Несмотря на то, что метро более технологичное гораздо, летает на этом компьютере, Бэтмен умудряется притормаживать. Это же просто какой-то позор. Ну, блин, тут, в принципе, тормозить-то нечем. Это Unreal Engine 3. То есть движок сколько ему уже? 5 лет. Я вижу лично просто нежелание программистов оптимизировать игру. Да, что говорить даже, Crysis в DirectX 11 режиме с текстурпаком тормозит гораздо меньше, гораздо. Ну, не то, что тормозит, он вообще хорошо идет, чем этот Бэтмен. Просто хреновая оптимизация. Все тесселяции делать научились, а оптимизировать нет. Так, как мне тебя... You're mine, Batman. Freeze's override won't work from this range. Так, вон там я вижу подход. Вообще, вот эти вот разлетающиеся по полу льдины, это как раз таки физикс работает. То есть в консольных версиях вы это не увидите. Но я не могу сказать, что это как-то очень круто выглядит. То есть, если вы этого не видите, то вы ничего толком не теряете. Tell you what, Batman. I'll give you this one for free. What? Come on, fire, damn you! What the hell is wrong with this thing? Whoa, Shoryuken! И сам на стол залетел, красавчик. You're молодец. Finished. Cobblepot. Было легко. No, I'm sorry. Please, don't hurt me. I can't guarantee that. Me neither. Да, заманух еще так. I tried to help you, Batman. I gave you the opportunity to end this and walk away, but oh no. You had to be the big man. Guess what? From up here, you look pretty small. Это что за... Oh, don't look so sad. I've got a little surprise for you down there. Нормально. Жесть, это с этим не драться. Да тут Бэйн просто мелким выглядит по сравнению с ним. Твою мать, это что за Франкенштейн? А это Сломан Гранди? Born on the Monday. I found him down there when I bought this place. Comes in handy. Так, у нас проблемы. Это я сразу могу сказать. Ну да ладно. Я думаю, на этом мы завершим эту серию. А как с ним драться будем, увидим в следующей. Оставим самое интересное напоследок. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.